Проводить время на тренировках. В это время я забываю все свои грустные моменты, печальные моменты. Я настроена на позитив, я двигаюсь. Мои будущие планы – стать таким же хорошим тренером, как Яна. Я занимаюсь танцами уже второй год. И мне очень нравятся мои тренировки, мой тренер, которая нам помогает всегда на всех тренировках. Она объясняет нам новые движения, как показывает нам новые танцы. Я считаю, лучше я буду ходить на тренировки и держать свое тело в тонусе, нежели курить, пить и делать то, что сейчас делают все подростки. В будущем я планирую стать журналистом, но, конечно же, я буду продолжать ходить на тренировки и заниматься хип-хопом. Я очень люблю заниматься спортом. Не обязательно это должны быть танцы, это может быть что угодно, атлетика, там, борьба. Главное то, чтобы вас что-то вело по жизни, то, что дает вам силу и здоровье. Любому человеку нужно себя поддерживать, и в моем выборе это танцы. Я занимаюсь танцами, потому что мне это очень нравится. Когда ты приходишь на свои тренировки, ты забываешь абсолютно обо всем. Ты забываешь о своих проблемах, о своих печалях, ты отвлекаешься от всего. Заниматься спортом – это гораздо интереснее, чем ходить по темным дворам и курить. В будущем я буду продолжать заниматься танцами, потому что мне это очень нравится, но связывать свою жизнь – это… Я с этим не хочу, потому что это очень сложно, это очень волнительно. Это для сильных людей. Я люблю заниматься танцами. Мне это нравится. Ходить на тренировки, знакомиться с новыми девчонками, слушать музыку и вообще двигаться. Я люблю танцы, потому что это всегда положительное движение, свобода действия, новые знакомства. Но и в будущем я хотела бы стать преподавателем танцев и всегда быть в хорошем настроении и поддерживать себя в форме. Я люблю заниматься танцами, потому что это очень весело. Я люблю проводить время со своими новыми друзьями. Я люблю ходить на тренировки, потому что я изучаю много новых движений. Мне нравится заниматься танцами, потому что это очень здорово. Общение, позитив, выплеск эмоций. Это учит нас развивать характер, умение проигрывать и выигрывать. В будущем мне бы очень хотелось стать переводчиком, потому что мне это очень интересно. Но также планирую заниматься и дальше танцами. Сейчас существует очень много современных танцевальных направлений. Заниматься танцами – это стильно, это модно, это положительный заряд эмоций, это поддержание тела в хорошей форме. И я как преподаватель могу сказать, что меня радует, что очень много маленьких детей подросткового возраста ходят, занимаются танцами, они где-то во дворах, в подъездах курят и ведут неправильный образ жизни. Поэтому я всем советую заниматься танцами и вести здоровый образ жизни.